Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Ну дела, кажется, я свои все переделал, а теперь, блин, опять скучать. Что-то давно нет ничего интересного в нашей деревне. Ребята, всем привет, с вами я, Коля. И, короче, представляете, началось у нас какое-то затишье в деревне. Вообще ничегошеньки не происходит. Просто мы живем своей жизнью. А мне нравится, когда какие-нибудь события происходят, когда какая-нибудь движуха идет. А сейчас любой житель спросит, что делать, он скажет, а я пойду то-то займусь, грядками, огородами. Вот это мне вообще не интересно. Поэтому я пойду к бабке, и, в общем-то, может быть, у нее какое-нибудь есть... секретное задание, тем более я слышал, правда далеко от нас, но все равно какие-то монстры, ребята, все равно продолжают что-то делать, и короче это, в аду он тот малыш, и в общем-то хулиганит, надо спросить у бабки, ребят, ну а вы сейчас обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, и напишите в комментариях, ребята, да, что вы больше любите, чипсы или сок? Да, ребята, чипсы или сок. Не спрашивайте, почему чипсы или сок, просто напишите, ребята, чипсы или сок, вам больше нравится. Вот, так, бабка. Бабка. Меня нет дома, у меня к тебе... ответчик разговаривает. Бабка, у меня есть к тебе серьезный разговор. Ой, господи, какой еще разговор, блин. Бабка, ну ты где? В Караганду уехала, как обычно. Так мне кажется... А, вот да, вот ты тут, привет. Короче, бабка, ты готова слушать мой серьезный разговор? Нет, не готова. Из комнаты вышел? А почему из комнаты вышел? Вышел, я сказала. Ну пойдем вниз на кухоньку. Вот, слушай... Базарь. Представляешь, я сегодня все сделал. Все и свои что? Дела. И мне ты стало... пришел бабушке похвалиться? Иди хвались вам своим да деревенским голухом. И мне стало скучно. И что? Бабка тебе чекло, чтобы тебя развлекать? Нет, может быть, бабка, отправимся с тобой на какое-нибудь дело? На какое такое дело? Ну, помнишь, мы раньше монстров сажали, еще что-то делали. А, ну да-да-да-да-да, я, короче, тут даже сидела, думала, короче, не, все мирно, спокойно, некого сажать. Как некого? Некого, я тебе говорю. А вот всякие те далекие монстры, малыши, далекие, зады. Далекие, пусть они там вдалеке живут, мне надо. А если они сюда приблизятся к нам? Вот если приблизятся, тогда и посадим. Угу, understand? Угу. Понятно, понятно. Поэтому делов у нас с тобой общих нема. Всё, а ты... чем сейчас занимаешься? Зелье варю, иди. На. Ну ладно. Ага, пошел, хорошо. Ага, иди. Блин, ребята, это, короче, вообще какой-то капец. Представляете? Иди. Представляете, ребята, бабка, кажется, вообще что-то не договаривает, потому что, ну вы слышали, это я и сказал про монстров. А она сама типа говорит, монстров нет, но они же есть. И они хулиганят, продолжают хулиганить. Вот, поэтому я бы их посадил, например, или чем-нибудь еще занялся. А бабка этого не хочет, и как-то она меня выпроводила из дома. А давайте просто прокрадемся и типа, если нас запалит, скажем, что мы просто решили чем-нибудь ей помочь. А ты... че это ты приперся обратно? Ну, бабка, понимаешь, может тебе помочь чем-нибудь? Да, помочь, пошли. 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 Только не надо меня снова выставлять за дверь и закрывать ее. Пошли, я тебе помогу, пошли. Мне поможешь? Ну, конечно, тебе же надо помочь. Пошли, ты идешь или нет? Спрятались. Так, я за деревом тебя вообще-то вижу. А, ну ладно. Так, пошли, все, я тебе помогла выйти, до свидания. Ясно, бабка, все с тобой, ясно, ну и ладно. Ясно, понятно, иди давай домой, шуруй. Хорошо, пошел. Вот и иди. Ну и все, ребята, на самом деле, проникнем сейчас в гараж, и там, может быть, чего-нибудь поделаем у бабки. А так, скажем, что машину мыли. Ну да, правильно, так, ну-ка себя пошлите, ребята, через гараж. О, алмазики. Блин, надо будет бабке сказать, может, все-таки алмазы на изумруды изменить. Вообще, мне кажется, ребят, как вы думаете, прикольно было бы посмотреть на то, как мы... С бабкой, может быть, ее дом бы усовершенствовали, отремонтировали или еще что-нибудь, ребят, напишите. Интересно было бы на это посмотреть, или... Куда прешься? Блин, бабка, ты... Ты меня капец как напугала. Чё ты припёрся, я тебя спрашиваю. Машины помыть твои хотел. А ты видишь, их нету, они вообще-то у нас на ТО с дедом. А, ну теперь увидел. Поэтому... Теперь... Пойду там поднимусь. Вон. Так, ты что не понимаешь? Тебя, может быть, за шкирку и выпроводить? Да всё, ушёл, всё. Так, сейчас, если я тебя... Всё, пока. Где ты?
Пошел в деревню огурцы с пышителями сажать. Точно? Точно, точно. Пока. Ты мне... Иди, иди. Нет, ребята, она... Что это он выискивает, интересно? Бабка даже в гараже меня нашла. Нет, здесь что-то не так. Когда бабка ничего не скрывает от меня, она себя так не ведет. Я вообще без разницы, хоть я там весь дом обойду, но когда-то что-то не так, когда что-то происходит, бабка меня караулит. Поэтому давайте выпьем ночную... Ой, точнее, невидимость, ребята, невидимость мы выпьем. Так, так. Надо от него поставить все двери железные. Так. И посмотрим. Так. Нас не видно? Нет, ребята, нас не видно, отлично. Все железные двери надо поставить. Железные двери. А то двери. Еще все дым, то дым, все дым, то дым. Он ходит, видите, коли. Так, железные. Так. Так, отличненько. Железные. Так. Отличненько. Так. Так. И тот железный. Все, ребята, ух, еле прокрались. Давайте смотреть, что же. Так, здесь обычные двери. Где же что она прячет, ребята? Где же она что прячет? Ага, надо везде закончить так. Надо наверх подняться, ребята. Надо подняться наверх. Стойте. Так. А что это за две двери? Стоп, 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 стоп. И этих дверей, ребята, здесь раньше не было. Камера еще стоит. На камере меня точно видно не будет. О, блин, летающая дверь. Что за мышь? Что за мышь проскользнула, я не поняла сейчас. Ребята, давайте зайдем сюда. Так, 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 ну-ка пойду-ка спущусь-ка. Так, 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 так. Что за мышь там ходит? Ё-моё, ребята. Я же говорил, бабка что-то скрывает от нас, смотрите. В клетке. Да кажется, мама Дим-Димыча какие-то зельки. Сундук. Это что такое? Так, в сундуке какая-то книга. Ладно, давайте почитаем, спрячемся вот тут вот. Ну-ка. Алло, а динамиту что? Можно? Да, все хорошо, динамит. Спасибо. Наконец-то это время пришло. Я все больше развиваю способности по зельеварению. Теперь у меня есть такие зельки, которые из добрых превращают в исчадие ада. А с виду обычная мамаша, но при помощи зелья и моей команды она нападает на любого, нападет на любого и съест. О! Ребята, она с виду обычная. То есть это не настоящая мама Дим-Димыча, но смотрите, это точная копия мамы Дим-Димыча, ребята. И то есть... При ее зельке какой-то она нападет и кого-то съест, любого. Тогда я боюсь даже предположить, что во второй двери. Давайте посмотрим. Так, ребята, ну-ка давайте посмотрим, что здесь. Ой, страшно, блин. А тут тупик какой-то. Какой-то сундук. Тут тоже книга. А здесь-то что такое? С папашей оказалось все сложнее. Она, ребята, хотела маму и папу Дим-Димыча, короче, завербовать, что ли? Но он до сих пор не поддается никаким зельям. Пока не могу найти причину, но ждать и не собираюсь. Если я не могу его подчинить себе, то придется его уничтожить и заодно весь их мир фиксиков. Ахаха. Ребята, у бабки что-то начала. Ага, наконец-то получилось, наконец-то получилось. Ребята, ну все, зелье готово. Так, ребята, тихо, тихо, тихо. Этот динамит надо как-то уменьшить, и мы сейчас это все уничтожим быстренько. Так, 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 ребята, надо все ну это просто... Ну что, голубчики, сидите. Здрасте. Маманя, короче, ты у меня молодец, сидишь. Ой. Так, ребята, сегодня пойдем с тобой настоящая. На дело. На дело пойдем. Так, сейчас я тебе так, зельки так, дам. Так, 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 так. Так, сегодня так, ты съешь так, 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 так. Жителя Васильевича из подземной деревни. Вот это, ребята, жесть. Ой. Вот это динамит. Ой, ой, ой. Ой, это чё? Это чё такое? Ой! Ого, капец! Ёперный балет! Смотрите, у что папани чё-то сработало! Ребята, ёперный смотрите, что происходит! Ёперный Это чё такое? Смотрите, всё затопило, ребята! Это я перепутала! Офигеть, ребята, смотрите, что происходит! Ой. Офигеть, ребята, что это за звуки такие ужасные! Короче, да. Всё заново придётся начинать! Офигеть, ребята! Смотрите! Ненавижу вас всех! Ненавижу вас всех просто! Жесть, какая, ребята, происходит! Я просто в шоке! О, смотрите, это какая-то планета сверху над домом образовалась, что ли? Вообще капец! Ладненько, ребята! Ладно. Короче... Вы у меня все получите. Короче, ребята, смотрите, какой купол над бабкиным домом. Ладно, я полетел домой, ребята, а вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Все, всем удачки, всем пока-пока.